До свидания, я к вам больше не приду. Будьте уверены, простите, ради бога, Людмила Прокофьевна. Всего хорошего. Это вам не проходной. Я больше, это не повторится. Где у вас двери? Где надо, там и двери. Открывается. А вот, все, все хорошо, Людмила. До свидания. Обрываются речи влюбленных, улетает последний скворец. Целый день осыпаются с кленов силуэты багровых сердец. Что ты, осень, наделала с нами? В красном золоте стынет земля. Пламя скорби свистит под ногами, ворохами листвы шевеля. Папа, папа, тебя к телефону! Кто там? Дядя Миша? Скажи ему, что я перезвоню через 15 минут. Папа, это какая-то неизвестная тетя! Сейчас разберемся. Алло? Анатолий Ефремович, я вчера... Вы меня, Бога ради, извините, я вчера немножко вспылила и была... Не вела себя не очень прилично. А сегодня на досуге я подумала, а может быть, действительно не вы принесли этот злосчастный букет? Нет, Людмила Прокофьевна, это действительно я. Ну, знаете, вы, хватит, нет у вас ни стыда, ни совести. Летают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя. По пустынной иголой аллее шелестя облетевшей листвой, отчего, отчего, отчего ты себя не жалея, с непокрытой бредешь головой? Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить, 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 чтоб скиталась по свету, чтоб погибла в далеком краю. Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете печальней измены, чем измена себе
самому себе, самому. Доброе утро, Верочка. Здравствуйте, здравствуйте. Можно? Да, да, проходите, пожалуйста. Поработать еще раз почтальоном. С удовольствием. Передам собственные руки.